Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам, как работать с очень тонкими и мягкими от природы ногтями. У данной модели искусственное покрытие держится всегда очень плохо. Оно просто полностью отслаивается и отлетает. А отрывается покрытие частично всегда со своим ногтем. Это заметно, если обратить внимание на часть ногтя у торца. У кутикулы, как вы видите, уже отросший свой здоровый ноготок. Перейдем к преображению. Ногти разной длины, поэтому один ноготь нужно донарастить. Поставили нижнюю форму и эластичной базой ликвид делаем грунтовочный слой втирающими движениями. Эта база имеет идеальную сцепку, у нее жидкая консистенция и она не печет в лампе. Плюс быстро полимеризуется. Затем жестким гелем из банки донаращиваем немного длины. Кстати, это новинка и она скоро появится у нас в продаже. Следите за новостями на наших страничках в соцсетях. Ссылки прикреплены в комментариях под видео. Кистью помогаю распределить гель равномерно и отправляю в лампу на просушку. За кадром убрали липкий слой и сделали опил. Теперь переходим к легкому укреплению ногтей. Сейчас работаю с жесткой цветной базой Coloration Hard номер 26. Делаю подложку для выравнивания, прокрашиваю весь периметр ногтя кистью из флакона, затем тонкой кистью волосок прокрашиваю синусы и зону под кутикулой, ставлю небольшую каплю и распределяю материал равномерно. Получилось легкое, тонкое выравнивание. Да, нашими базами можно работать абсолютно с любыми ногтями, как с короткими, так и с длинными. Далее пару ногтей мы покрыли оттенком номер 15. Кистью из флакона прокрасила весь ноготь, поставила каплю и распределила материал равномерно по ногтю, формируя апекс. Тонкой кистью помогла материалу дораспределиться и затем просушили в лампе. И после всего этого нанесли второй слой для плотности цвета. Также дорабатываю участки, где мало материала, тонкой кистью. Результат – тонкое легкое выравнивание, которое не даст ногтям сломаться, так как у модели очень тонкие и мягкие от природы ногти. Помните, я об этом говорила в самом начале нашего видео? Ноготь укрепился, его не согнуть, хоть укрепление мы сделали очень легкое. И посмотрите, какой результат у модели спустя 5 недель. Все на месте, ничего не отслоилось, проблема полностью решена. А вот таким вариантом мы обновили наш маникюр. Обратите внимание, как хорошо отросли ногти под наши базы и ничего не сломалось. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. А также не забывайте на нас подписаться и нажать на колокольчик. До новых встреч!